Площадь Славы – особое место для самарских ветеранов. Они постоянно приходят сюда на памятные торжества, а потому им хочется, чтобы место для прогулок было комфортным. Пожилые люди предлагают добавить перила на спусках, скамейки для отдыха, сцену для выступлений народных коллективов, а также вписать в проект реконструкции склона несколько аллей. Хотелось бы, знаете, нашу русскую березку посадить. Символ, символ России. Вот чтобы аллея была. Чтобы вторая аллея была, как бы, это нежное существо человечества, это липа. И третья, красавицу, елочку. Вот три аллеи, их бы вписать где-то здесь. Мемориальный комплекс, который вызывает много споров среди жителей Самары и профессионального сообщества, ветеранам нравится. Они считают, что стена должна отражать историю города и области. На ней должны быть имена героев и знаменитых самарцев. И что-то менять в ее облике они не считают необходимым. Также ветераны поддерживают обсуждение проекта с общественностью. Если у вас время есть над этим поработать, то, конечно, по-моему, этой ошибки не будет. В любом случае, власти учтут мнение каждого жителя. Выразить свое отношение к монументу сейчас можно и на сайте нашего телеканала samaragis.ru. А 18 марта в Самаре пройдет общественное голосование «Самара решает», где жителям предложат выбрать из двух вариантов – оставить стену как есть или снизить и открыть вид на Волгу. Олег Зверев, Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События.